Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что же, приступаем с ивента. Набьем немножечко бабла себе, плюс еще получим семена. Только вот что за испытание. Так, ну что там? Здоровый гаргантюа, а мне дают здоровые орехи. К чему бы это? Да ладно, сразу же вот так вот начинается, что пойдет на меня гаргантюаха. Я ведь слышу, как он там топает. Пускай не прячется. Ага, давай-ка вот так вот сделаем. Вон он марширует. Не, друзья, ну так не пойдет дело. Ага. У меня есть перец, оказывается, здесь. Ну, это хорошо. Ну-ка. Подбили. Так, давай-ка сюда быстренько вставим. Интересно, мы... успеем ли мы уничтожить? Хе-хе-хе, мне кажется, что вряд ли. Посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что он вытворяет. Так, давай-ка сюда, наверное, с тобой. Ну, слушай, я тебе скажу, что есть шанс нам здесь с тобой пройти, выиграть. Давай-ка я его оттолкну. Сюда поставим, естественно, шипастые. Я даже не сказал, что это лужайка. Наверное, это каменные шипы. Вот так будет правильно сказано. Слушай, а где-то еще гаргантюа там шурует? Ну, вон он. Идет. Слушай, мы давай, наверное, сделаем с тобой вот таким вот образом. Окей, сейчас, наверное, будет своего подхалима этого, да, выкидывать. Смотри, сколько ему нужно сделать ударов вот этой дубины, чтобы уничтожить каменные шипы. Так, этот хлыщ не пройдет. Это я тебе гарантирую. Так, давай. Бомбим. Так, выставим сюда с тобой шипы. Орех. Пускай здесь стоит. Тихо, гаргантюа. Слушай, а вот этот вот орех, он, ребят, с удара, к сожалению, уничтожает. Да иди ты отсюда, а. Ты посмотри, что происходит. Нет. Этот мелкий пшел прочь, как говорится, да? Слушай, может, хороший же тут? Буянит-то. Так, ну-ка, где у нас там шипы? Всех, как говорится, перемолотим. Че, он еще не понял, да? Так, это только лишь вторая волна у нас с тобой идет. Все самое еще впереди, да? Давай, наверное, сделаем вот так. Мелкий сморчок идет. А что, если я сделаю... Нет, я так не хочу. Я лучше, наверное, вот таким вот образом. Норм. Куда вы там прете? Ну, замечательно. Так, перец бросает свою ханыгу мелкого. Я вот так сделаю, да, наверное. Так будет эффективней. Воу, прошел. Смотри, ну-ка, сдуваем его. Сдуваем, конечно же. Все. Гаргантюа. Я бы его назвал гаргантюа-палач. Готов. А эти, смотри, идут с пущей силой, надвигаются на меня. Какой-то долгий, на самом деле, ивент. Вроде бы ничего сложного нету, и в то же время как-то долго здесь приходится разбираться с этим, со всем делом. Что там, калашматит? Давай, шипы, бомбите его. Сейчас я ему под ноги еще... А вот лучше здесь, да, лучше здесь. И перец нам поможет. Так, куда бы нам еще? Наверное, сюда. Все, этот сгорел. Ну, куда ты разогнался, а? Куда ты, мелкий, разогнался? Вот объясни мне. Ну, все. В принципе, ивент несложный, поверь мне. Давай-ка посмотрим, что нам выпадет здесь. Горячая картошка. Ага. И 5 риса. А денег... 1500. Ну что, я думаю, надо повторить. Мне бы, конечно, риса бы побольше. Ну что, я думаю, здесь, наверное, можно будет даже поставить на ускорение. Шипы лучше выставлять впереди. Орехи, ну, пускай стоят вот где-то в этой зоне. Так, перец пока не стоит тратить. Ну, где вы там? Я слышу шаги, но я их не вижу пока. Вон он.
Явился, не запылился. Начинает опять, да, бомбить. Так, ставим сюда шипы. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Бумс. Норма. Так, грибы, не спим. Ты видишь, тут ханорик. Так, отлично. Что с этим будем делать? Наверное, вот так вот, тоже через перец. Идеально. Так, ханыга мелкий идет. Давай, 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 пошустрее его. Слушай, что-то вот этот парень мне не нравится. Ну, замечательно. Здесь ставим шипы. И вот так вот. Я думаю, этого будет достаточно. Зачем мне здесь, по большому счету, орех? Я вот этого до сих пор понять не могу. Мне толку от него здесь вообще нету. Он мне здесь точно никак не поможет. Бомби... Что-то их тут, по-моему, больше стало. Или мне так кажется. Или я просто быстрее с ними справляюсь. Не знаю. Так, бегут, смотри, смотри, бегут оравушкой. Так, сюда поставим гриб. А здесь попробуем вот так вот поджечь. Совсем мне не нравится, что тут происходит, смотри. Так, ладно, этот мы уничтожили. А вот здесь-то как быть? Уничтожает. Ладно, здесь у нас в крайнем случае есть еще. Хм. Не врубился, ну-ка давай его сдуем. И этого тоже сдуем отсюда. Как-то вот так у нас должно все это дело происходить. Ну-ка, иди отсюда. Шикарненько. Так, у меня нет ни одной, ребята, удобряшки. Ни одной. Одна появилась. Ну что, будем сдувать их? Пускай летят. Здесь, наверное, перец лучше применить. Опять он за свое, а? Грибочки, давайте, давайте, бомбим Гаргантюа. И что там делает? Совсем не нравится мне это дело. Ой-ой-ой. А чего у вас так много-то здесь вдруг появилось? С какого перепуга-то, эй? Роднульки. Ну-ка. Сдулись отсюда. Так, ну пока вроде бы хорошо, да, все? Так, этого уничтожили. Этого подбили. Вот здесь вот немножко плохо, ребят, дела у нас идут. Надеюсь, грибочки справятся. Так, я еще шипы сюда поставлю. Наверху. Опа. Сюда шипы. Это последний гаргантюа, и мы его с тобой 100% уничтожим. Есть. Ну что, справились. Забираем нашу награду. Так, это у нас клевер. А здесь у нас идет, понятно. И 1000 голды. Все, ивент на сегодня у нас закончился. Давай-ка глянем, что у нас здесь бесплатного есть. Пиньетушка, ну-ка покажи. Что ты там в себе хранишь? Опять этот гриб, а? Ладно, пускай будет. И магнит. Растение магнит. Ладно. Костюмчики у нас с тобой есть на клевер и на лаву гуаву. Вот так вот. Кстати, лаву гуава стоит всего лишь 10 гемов. А тут 2000 монет. Можно я просто пролистну. Ну, хочу посмотреть, что вообще здесь на продаже, так сказать, выставлено. Ну, я тебе скажу, ничего хорошего. Для меня, по крайней мере. Ладно, давай посмотрим, какие ежедневочки. Так, хорош там уже показывать. Забираем с тобой гемы. Будьте добры показать мне вот здесь вот. Да ладно, никаких обновлений нету. В чем проблема, друзья? 12 дней будет еще висеть вот это вот задание на 100 гемов. Так, зайдем на горы, посмотрим, что тут тогда у нас.
Огненный грохострел плюс чертополох. Окей. Так, ну что, у нас тогда есть с тобой выбор: сыграть на арене и пойти на Пенни Пурсуит. Давай-ка посмотрим вначале, что у нас там по арене. Оу. Так, нормуль 3600, так, 105 гемов и 48 конфет. Приятный бонус. Соответственно, у нас обновляется с тобой арена, значит, что-то будет другое. Так, у меня 4 плеча. Ох ты, звездочка, слушай. А я тебе скажу, что звездочки-то у меня и нет. И я бы хотел получить 30 звездочек, это как раз, наверное, она будет открываться. Ну что, давай посмотрим. Мерли против меня. Наверное, хотели написать Мерлин, но Н не поместилось. Ёлки ты палки. Вот это да, вот это ужас. И плюс тут еще и птеродактили. Лучше не придумаешь. Ну что же, как-то нужно отбиваться. Короче, тут древние, да, у нас исторические, так скажем, зомби. Плюс зомби вот эти вот в шарах, которых фиг знает, как ребята уничтожать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я не знаю, заморозка работает, нет. Возьмем, наверное, Дейзи. И вот так. Что-то мне подсказывает. А, кстати, мне нужно открыть. Да-да-да, у меня же перец открылся. Ой, перец, почему я называю перцем? Рис. Слушай, может быть, нам лучше вместо Дейзи поставить рис? Давай вот так вот попробуем. Но, если честно, я не уверен, что здесь нам поможет это все. Короче, поехали. Пока мы с тобой не попробуем, у нас других вариантов не будет. Так, предположим. Поехали. Ёлки-палки, сколько тут. А нам нельзя было, кстати, с тобой брать этот грибок-то? Гриб в любви, как я его называю. Нет, 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 хорош. Получается, да, бомбануть? Так, рис. Слушай, ну звездочку здесь неспроста же дают нам. Согласись. Ой-ой-ой, и летают, схватили, ты посмотри, а. А если я вот так сделаю? Хоба. Тут вообще что-то никого не оставили, а. Ну, солнухи, подсолнухи, где у вас тут? Неужели вот так вот в наглую они просто пройдут? Да похоже, так оно и будет. Просто в нагляк. Ладно, здесь сработает у нас. Пошла, пошла, пошла гасить. Ты посмотри, какие они тут сильные, а. Просто полюбуйся. Я до сих пор еще, по-моему, ни одного зомби не уничтожил. Ну, давай вот так вот. Оп. А, мы их даже оттолкнуть не можем, прикинь. Трындец. Так, противник там тоже бедный. В шоке, я смотрю, от того, что здесь происходит. Ну-ка, поехали. Голову с плеч, да? Ну, рис нам здесь неплохо, в принципе, помогает. Почему-то от этого оттолкнуть мы не можем с тобой. Так, ребята, выпускаем. Ага, раздавили. Так, звездочки. Ну что, влупляем тогда. Это нам хоть как-нибудь вообще помогло? По-моему, нет. Вообще никак. Давай, смотри, идет, идет. Ладно, сам напросился. Ты посмотри, что творит, а? Мне никак не помогают эти ребята. А звездочки здесь. Ты посмотри. И сейчас рис еще съедят последний, который у меня есть, да?
Угу. Так и есть, ребят. Я не могу понять, почему они такие сильные здесь. Объясни-ка мне на милость. Вообще очень жесткие, я их даже пробить могу. Ну-ка, давай посмотрим, что если будет вот так вот. Да ничего хорошего. Ладно, в любом случае мы здесь, по-моему, с тобой выиграем по очкам, но как по мне, это очень сложно. Я не знаю, почему они такие сильные, крепкие. А у него, смотри-ка, рис 3-го уровня. А, он мины здесь брал. Так, ну ладно, предположим, я тоже возьму мины. Предположим. Давай-ка попробуем кое-что здесь заменить. Дже. Против Дже мы играем с тобой. Так, что они боятся? Они боятся горохострела, они боятся ножницы. А ножницы это что такое у нас? Это, по-моему, кактус. Ножницы. Горохострелов, да, значит, они боятся? Ну, предположим, я вот так сделаю. И... скажи-ка мне на милость. Ну, возьму, например, мину. Так. Ну и что дальше? Рис, рис вообще тут не помогает. Вообще никаким образом. Единственное, что он делает плюс, это враг вступает в эту рисинку, да, и стоит. Секундочку, другую. За этот момент мы можем с тобой что-то предпринять. Ну ладно, а рис у нас относится к чему? Ага. Ладно, ребят. Посмотрим. Ну, мне кажется, тут все равно не то. Ой, я забыл. Ну, ладно, фиг с ним. Я забыл взять подсолнух. Просто вот так вот взял и забыл взять его. Еще эти птеродактили, а? Опять я забыл посмотреть про этот, про цветок. Цветок любви. Ну, ты посмотри. А, нет, успели, успели мы его подбить. Мина, успеешь? Ну созрей. Бух, нормуль. Я что-то в упор не вижу, чтобы они боялись горохострелов. Угу. Прям так испугались его. Нет слов. Не, ребята, уничтожают только в шорах. Причем уничтожает абсолютно все. Я, наверное, вот сюда вот так сделаю. Электрические, может быть, конечно, нам хорошо бы здесь помогли. Электрические горохострелы. Еще так стоит дорого. И удобряшки нам нужны, которых я тут вообще не вижу. Давай так вот сделаем. Может быть, тут ускорится, что ли, чуть-чуть побыстрее. Тут как-то еле-еле все у нас тут идет. Ладно, предположим, здесь будет взрыв. Бумс, нормуль. Этот, сломя голову, бежит, смотри, горит весь. Чешет. Давай так вот попробуем. Успеем, интересно? Так, что я хотел сделать? Я хотел вот эту вот мину, ребята, продублировать. Давай сделаем с тобой вот таким вот образом. Потом применим с тобой удобрение, да? Сразу же вот все, кто здесь будут стоять, всячески приумножатся, да? Давай вот таким вот образом сделаем и запустим. Но абсолютно по барабану. Просто по барабану. Да, это на самом деле серьезная такая заявочка. И мои растения вообще, видимо, здесь ни о чем. А раз они их просто сминают вот, в легкую. Просто берут и сминают. Попробуем так сделать. Ну ты видел, я сейчас вот что происходило. Что там за звуки такие? Схватил, потащил. Наехал на мину, да? Так, ну что, 184 тысячи у нас с тобой очков. То есть это хватает нам для того, чтобы здесь одержать победу. Так, а у него что? Он брал ледяной арбуз.
Тоже подсолнух взял, но... Я не знаю, ребята, тут тяжело найти стратегию какую-то определенную. Давай посмотрим, что она выпадет из пиньят. Так, электрический камыш, и я могу его прапать. Круто. И солнечная жаба. Так, друзья мои, у меня еще три перчатки. Раз, два, три. Я просто хочу получить вот эти вот 30 звездочек. Попробуем все-таки их выбить. Я просто хочу посмотреть, кто у нас победит, например. И потом посмотреть, какая у него колода. Потому что я вот честно тебе скажу, я вообще не понимаю, что здесь нужно сделать, как лучше сделать. Если только на одних минах. Ну ты представляешь, да, вот я возьму эту мину, к примеру. Я возьму вот эту мину. Что еще здесь может нам помочь? Ну, гриб вот этот может, кстати, у нас выручить. Хм. Как вариант, можно было бы, кстати, его взять. Да? Гипногриб. Вполне сгодился бы. Так, возьмем вот это вот с тобой. И... Ну, рис. Даже не знаю, стоит ли нам вообще тут брать этот рис. Подсолнух от него тоже здесь толку мало. А что, у меня, ребята... Подожди-ка, разве у меня есть он? Звездочка, разве у меня есть? Добыть такого не может. А вот, кстати, смотри-ка, вот. Перец у нас. Ножницы. А перец у нас 4 уровня. Окей. Так, ладно, давай смотреть дальше. Больше нету, да? Ничего подходящего для меня. Крокодила, если только взять. Зачем он нам? Лава-гуава. Может ли она мне помочь? Не знаю. Даже и не скажу тебе. Ладно. Наверное... А, вот, вот еще что у нас. Поехали. Вот у нас что еще с ножницами. Let's rock. Let's rock. Ну, давай вот так, наверное, с тобой сделаем. 50, 50, 50. Плюс по одной сюда. Лазербин. Я даже не знаю. Сюда поставлю. Поехали. Просто посмотрим, что у нас из этого получится. Покра. Покра будет стоять и бомбить. Вот насколько сильно, я этого не знаю, ребят. Давай-давай-давай, влупляй. Я знаю, что ты можешь. Ты сильная, Покра, давай. Не подпускай их. О! Слушай, пошел процесс. Дайте мне побольше энергии солнечной. Сюда будем выставлять с тобой минки. Слушай, ну смотри, Покра довольно неплохо справляется. Вот так вот. Я еще сюда поставлю звездочку, на всякий случай. Этот взорвется, этот хламон даже не подойдет к нам. Вот так. Я еще здесь сзади поставлю мину. И вот здесь мина пускай стоит. То есть также должен, по идее, неплохо бомбить и лазербин, да? Вот этих вот хламонов всех. Я ведь прав? Должен быть прав. Надо проверить. Ну, блин, солнечной энергии нету. Трындец. Вот, вот оно появилось. Я его поставлю сюда. Ну, посмотрим, насколько он... Вон, видишь, этого бомбит. Но он с защитой, понятное дело. Его фиг, как говорится, так легко пробьешь. Вот, смотрите, смотрите, разогнались, разбежались. Взрываем. А где удобрение? Удобрение должно быть, вот оно. Норм. Прекрасно. Что там за звуки такие? Что это за звуки, скажи-ка мне, наконец. Ай-яй-яй-яй, раздавил. А здесь взорвется, интересно, или нет? То есть, как бы получается, что Покра — это самый оптимальный вариант.
Да? Судя по тому, как она бомбит. Это вообще топчик. Ёлки-палки, посмотри, сколько здесь. Ох, лютуют, ребятули. Ох, лютуют. Давай сюда. Где у меня мина? Мина, вот она. Плодись. Круто. Давай сюда. Опа, сзади, ребята, сзади. Эх, уничтожает. Просто давит собой. Бедный паук, как тебя сейчас уничтожит. Но, тем не менее, у нас с тобой 400 тысяч очков. Я считаю, что это неплохой результат. По-моему, лучший на данный момент. Так. Угу. А он, видишь, на что? Он думал, что ему нужно побольше солнечной энергии. Нет, он ошибается. Солнечная энергия нужна здесь, но не настолько, как он мог подумать. Так, ну что, давай тогда продолжим с тобой. У нас еще двое перчаток есть. 30 звездочек у нас на кону. Поехали. Слушай, я, наверное, этот отряд и оставлю. Ну, согласись, он неплох. Против него я ничего не могу сказать. Единственное, что да, Лазербин, он как-то ни туда, ни сюда. Может быть, его убрать и вместо него поставить подсолнухи. Двойные вот эти вот. Попробуем разочек. Так, а здесь вначале мы поставим вот так вот мины. Сюда, сюда. И подсолнух один. Ну, вот здесь пускай стоит. Поехали. Поехали. Так, покру потом вот сюда вот нам надо влепить будет. О-о-о, разогнались, разогнались. А если я еще поставлю сюда? Че, взрываем? Взорвали, но как-то все равно слабенько. Так, покра. Давай, стой здесь. А этот успел все-таки пробежать, посмотри. Успел, а? Хмыреныш. Ой-ой-ой-ой, подсолнух мой, бедолага. Можем его... защитить смогли. Покра, давай сюда. На всякий случай я сюда поставлю мину. Все мины, ребята, обезвредили они. Давай-ка сюда влепим. О! Давай еще один подсолнух. Вот сюда вот я буду выставлять эти мины. Так, эти сейчас должны, по идее, взорваться все. Видишь, они идут нога в ногу. Ты сможешь, интересно, подбить? Смог. Прекрасно. А мы теперь сделаем с тобой вот так вот. Красиво. Тут не поспоришь. Но покра не успевает, ребята. Жаль, жаль, конечно, что не может она уничтожить. Хотя, постой-ка, если я вот так сделаю. Вау. Классненько тут бумкнуло-то. Ах ты, эти Индиана Джонсы. Да, с ними, ребят, не справимся мы. Ишь, проминают. Проминают гаденыши все на своем пути. Давай, взорвите здесь оба. Вот так вот. И применяем. Что нам? Воу. Это хорошо там взорвалось. Нет, покра замечательно, ребят. Но она не может, как тебе сказать, не успевает, не хватает ей дамага пробить. Уж слишком они мощные. Слишком. Как бы я и так уже пытаюсь и так сделать, а видишь, у меня ничего не выходит. 13 секунд, вот если бы мне удобряшка бы здесь выпала. Кстати, здесь очень хорошо пригодилось бы растение. Это лили... лили-поп или как оно там?
Вот здесь, да. С ней можно было бы таких делов натворить и столько очей набить. А вот у нас и 30 звездочек в кармане. Плюс 12 конфет разыгрывается. Я думаю, стоит их получить. Так. Угу. А, так мне нужно открыть. У меня, оказывается, он закрыт еще. И есть стимул поиграть, кстати. Так, ну что, последняя перчатка. Что я хотел глянуть? А, лилипоп, да, вот это вот растение. Оно здесь, интересно, доступно вот в этом ивенте. На самом деле, оно где? Сейчас я тебе покажу, где оно находится. Кстати, гранат тоже было бы прикольно. Но я что-то его не вижу. Где-то оно вот тут должно быть. Не вижу. Гриб, подожди-ка секундочку. Я насчет гриба еще хотел узнать. Что-то все, и за это, и за то. Берусь, хватаюсь, не знаю, за что взяться. Локтотан. Локтотан какой-то. Смотрим, короче, птеродактили будут у нас. Где этот грибок? Гриб любви. Нет, ребята, он закрыт. Он закрыт. Так, смотрим. Может быть, перец на взять? Боевой, а? Как ты думаешь? Как варик. Или вот был бы у меня гипногриб. А хотя смысл от него, да? От него здесь смысла бы никакого не было. Вот если бы была бы у меня вот эта вот лоза взрывная, тоже было бы прикольно. Слушай, я, наверное, так пока и оставлю. Я считаю, что это самый оптимальный вариант у нас с тобой. Играем с тобой на минах. Все, в общем, на взрывных. Получается, да, все именно на взрывных. Может быть, гипногриб взять? А вдруг его раздавит? Ведь они могут его давануть. Поехали. Не будем с тобой тут изобретать велосипед. В общем, вот эти мины тоже справляются, ребята, со своими, как говорится, возможностями, способностями. Так. Сюда. И сюда. Поехали. Жалко, что удобрения сразу мне не дают. Оно фиг знает, когда появляется. И жалко, что я не могу вот этих вот птеродактилей сделать, чтобы они работали на меня. Ну вот, смотри, видишь, что делать. Поехали. Да ну, ты серьезно, что ли, взял и раздавил? А ты посмотри. Взял просто и раздавил. Бедные мои минки. Ого. Это что такое, я не понял. Ну давай. Раздавил их всех. А тут подсолнух пострадает. Все равно буду мины выставлять. Порк, давай вот сюда иди. Мину влепим сюда. Тут одними минами можно, ребята, все обставлять. Как по мне. Смотри, сейчас тут будет взрыв. Тыдыч. Шикарно. Сюда. Так, порка пускай будет там. Опа, 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 как нас тут, смотри-ка. Круто переплюнули. Очень круто. Давай туда мину влепим. И вот сюда. Меня обставляют, друзья мои. Причем очень сильно. Переделаю вот так вот. Нормуль. А мы все равно сейчас с тобой пока проигрываем. Именно по очкам. Давай, 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 давай. Вот этого бомби. Покра. Сейчас перекинет, да, ее, по ходу дела. Подсолнухи. Мои подсолнухи страдают, бедные. Все равно проигрываем. Интересно, как? По какой причине? Посмотрим потом на его колоду. Очень мне интересно посмотреть, что же там он такого сделал,
На чем он там именно играет, что вот так вот у него все получается. Поехали. Взрывы, взрывами, ребят, ну все, 30 секунд остается. 30 секунд, у него 168 же, ну 170 тысяч, грубо говоря, да? 200 тысяч, не пойму. Не пойму я, как он тут мог меня опередить. Ну явно не из-за звездочки, из-за этой, которая тут дается. Смотрим. Ага, вот что у него, ребята. У него все на взрывах. У него есть лоза, у него здесь орех взрывной. Тут, да, тут базара нет, ребят. Придется платить дань. Сейчас мы с тобой отыграемся. Я вот тебе как раз и говорил, что лоза... Кстати, а у меня нет того растения, да? Теневого. Так, надо набить, точнее, получить перчатки. Ну что же, я получил 4 перчатки, так что продолжаем. Катинг. Взрывы, взрывы. Что же мы можем с тобой еще такого взрывного взять, а? Да у нас и нету ничего взрывного. Я тебе говорю, была бы у меня взрывная лоза, было бы вообще круто. Рис взрывной, но он не прокачанный, поэтому от него так мало эффекта здесь. А что у нас на взрывы еще очень хорошо влияет? Какая именно мята? Вот это же, по-моему, да, если не ошибаюсь? По-моему, она, да, именно вот эта мята. Мы можем с тобой... Подожди-ка, подожди-ка, а где у нас... Который дает дополнительные ячейки? Я его тоже не могу взять, да? Нет, могу. Хм, может быть, попробовать... Рискнем, да, с тобой? Так, ну, естественно, подсолнух. И последний, кто нам с тобой здесь пригодится, это, наверное... Ну, пушку нет смысла брать. Можно было бы чернику взять. Но она у меня закрыта. Да, такое, знаешь, двоякое ощущение и состояние. Ладно, возьмем тогда, наверное, опять покру. Все, ребят, поехали. Я не знаю, зачем здесь вот эту вот звезду дают. От нее толку тут ноль. Раз. Твою ж налево, я забыл, ребята, мину взять. Я думаю, чего я забыл взять? Мину. Молодец, красавчик. Вторую маленькую мину я забыл взять. Дешевую, которая стоит 25. Вот так вот, вот я и лопухнулся. Так, ну-ка, давай сюда вот так влепим. Надо же, получилось. Бомби по ним, бомби. Этих зомби уничтожай всех. Не давай им вообще шанса. Видишь, она еще покра их отравляет. Ко всему прочему. Ну, с этими она легко справляется. А вот с этими очень тяжело справиться. Так, давай, наверное... Сюда же поставим, да? Подсолнухи, я на вас надеюсь. Мне нужна энергия, отлично. Так, сзади прикроемся. Тырич в хламину. Смотри-ка, пофиг, идет. Сюда поставим. Я теперь понял, в чем ошибка моя. Ребят, мы если будем применять удобрение, то он будет срабатывать только здесь. А так вот только здесь. Да, лопухнулся. Все равно по барабану. Ты прикинь, взрывается мина, и он идет. Вот насколько он силен. Трындец, смотри. Покра его бомбит. Сейчас посмотрим на этой мине. На этой мине только он взорвался. Опупеть. Вот так вот. Этот тахлыч куда и бежит. Трындец. Я не буду пока тратить. Ну-ка, этого-то уничтожим. Он, видишь, еще замедленный становится.
Да, жалко, конечно, что вот так вот я лопухнулся, если честно. Ну-ка, взрываем. Вот тут хорошо все сработало. Поехали. И в итоге ничего хорошего не получилось. Противник нас практически, ребят, догоняет. Отрыв минимальный у нас. Давай поставлю сюда мину. Так, этот теперь ползет, а? Блин, хана попы, да? Уничтожит ее. И, естественно, мой пацан сразу съедает. Не дают вообще ни одного шанса, ребят. Ну, слава богу, мы здесь с тобой выиграем. По очкам. У нас 120 тысяч, у противника 72 тысячи. Так, а он, видишь, взял что? Кстати, вишня. Ну, как вариант, можно ее взять, да, как взрывную. Так, нам нужно еще пиньеточки заработать. Ну, что, будем? 4 пиньеты здесь, как ни крути. Поехали. Слушай, а если обновится у нас с тобой эта строчка, там опять появится... звездочки или нет? Аранза. Давай вернем и уберем отсюда вот эту вот свеклу, потому что я с ней, конечно, лопухнулся. Причем жестко. Слушай, а вот эти вот... Давай-ка мы вот так попробуем фасоль еще взять. Она же тоже довольно неплохо должна, ребят, нам помогать здесь. Все. Почему? Потому что они ее едят, эту фасоль, и, по-моему, умирают. Не знаю, как здесь это будет... работать. Надеюсь, это вообще будет работать. Так, ставим здесь мины, как всегда. Как всегда, ребята. И подсолнухи. Поехали. Зачем нам эти два подсолнуха? Ну, чтобы хотя бы на начальной стадии нас усилить солнечной энергией, да? Уже едет пройдоха. Уже едет. Да. Ну ладно, фиг с ним. Посмотрим. Ну-ка вот, если я, например, сюда вот. Да ё-моё, ну ты посмотри, а, я хотел проверить, будет ли это работать. Ну и похоже, я зря это все, конечно, сделал. Если он сейчас съест, что он там? Мы проиграем, что нет, ребят, что-то как это. Вот он, смотри, будет кушать? Да, он съел. А, вау. Так, получается, фасоль выгоднее, да, чем эти мины? Я ведь правильно понимаю? Окей. Дайте мне тогда удобрение, пожалуйста. И я уничтожу. Он же сейчас сожгет, ё-моё, все мои фасолинки. Ну. Так, фасоль, давай. Что я хотел? Я хотел вот так вот сделать. Поехали. Ну и неплохо. Взрываем. Нормуль, нормуль, кстати. А ну-ка. Тут уже дает фугасику. Тут-то уже дает фугасику. Ах ты, раздавит фасоль, бедолагу. Раздавил, а? Даже не поморщился. С таким еще диким хрустом. Сделал из нее фасолевую пюрешку. Так, что он... О, да мы проигрываем здесь, ребята. Проигрываем, причем так сильно. Угу. Ну давай, взорвись ты уже. Удобрение, я не вижу удобряшки.
Запускаем. Ну, 16 секунд нам уже вряд ли за себя-то победить. 9 секунд. Блин, совсем чуть-чуть не хватит. Представляешь? Буквально капельку. Жаль. Опять приз... 19 тысяч, ребята, мы с вами. Вот это, я считаю, чушь полная. Вот, так, вот этим он не мог выиграть вообще никак. Вот поверь мне, вообще никак он не смог бы набрать 119 тысяч. Это чушь собачья. Да, я только трачу гемы. Вот той колоды, которая у него была, нет. Пенек. Причем без всего, даже горохострела не было. Ты уж извини меня. Ну что же, последнюю попытку, ребята, я трачу. Если не получаем, то уже фиг с ним. Фасоль, фасоль, ну она хороша, ребят, но ее уничтожает. Давай попробуем так вот сделать. Взять вишневую бомбу. Как бы, ну, сделаем с тобой полностью колоду именно на бомбочках. Так, сюда. А сюда поставим. Ну и подсолнухи. Все, поехали. Если что, сейчас, наверное, вот сюда поставим. Нет, не сейчас. Когда накопится их побольше. Сейчас, естественно, чудик с колесом этим побежит, как всегда. Вот он. Уже бежит, наяривает. Так, сделаем с тобой все на начальных стадиях. Пускай там взрывается, когда они все стоят всем скопом. Вишня, она очень долго, друзья мои, копится. Очень долго. Так, сюда поставим. Я могу ее взорвать же, да? Вот и все. Так, сюда влепим. Ну. Да взорвись ты там же. Вот так вот. Сколько у нас? 37 тысяч очков. У врага 750. Даже тысячи еще нету. Так, выставляем сюда. Подсолнухи очень почему-то медленно, ребят, дают нам энергию. Очень медленно. Ну-ка, взорвем. Взорвали, смотри-ка. Удобряха, удобряха, удобряха. Успел. Успел, друзья мои, я все это дело активировать. А давай сюда влепим. И сюда. А теперь еще так бомбанем. Фу-у-у. Ну, совсем другое дело. Совсем другое дело. Мне бы еще бы удобряшку, пожалуйста, дали бы. И я вообще был бы счастлив. На. 139 тысяч. Я считаю, что это неплохо. Так, эти охламоны идут, эти идут. Дайте, пожалуйста, удобрение. Да какой там, не дадут они мне. Тырич. Все полегли там. Тут вообще ни у кого нет удобряшки. Вообще. А, нет, вон, 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 вижу. И есть контакт. А ну-ка. Офигенно. Хотя бы так сделать. Уже из принципа. Это на последнем издыхании называется. Ни мне, ни тебе. Все ради того, чтобы получить пиньеты. А не пиньеты нам нужны? Нужны. По очкам, по очкам у нас все топ. Ну, бубух. Ну, последнего. Чуваку повезло, а? Шел там по минному полю. Ну вот, друзья мои, сейчас было отлично. Сейчас было очень даже прикольно сделано. И 4 пиньятушки мы с тобой забираем. Кстати, видишь, все-таки здесь тоже дают 30 звездочек. Плюс 3000 голды. А, по-моему, до этого было 2000, насколько я помню. Ну что же, давай вскроем и посмотрим, что нам здесь с тобой выпадет. Какие растения. Ну. Так, отлично. Это голдблум. Так, лунный цветок. Или ночной. Так, виолет.
И последний лунный цветок. Ну вот и все, ребята. По крайней мере, мы отыграли с тобой арену. Там, конечно, у меня еще есть перчатка. И в данный момент я на первом месте. Так, здесь, наверное, что мы с тобой? Забираем гемы в 5 штук. Плюс конфеты. И будем ждать с тобой новую мету, которая появится, и мы с тобой сразу ее купим. За 100 конфет. Так, а сейчас, что у нас там в Пенни Пурсуит происходит? Давай-ка посмотрим. Я еще просто успеть хотел поиграть в растения против зомби герои. Так, и у нас есть 14-я миссия. Что тут у нас? 600 монет разыгрывается. 600, почему так мало? На предыдущем, по-моему, разыгрывалось у нас чуть ли там не 1000 с лишним, да? А тут всего 600. И миссии тут осталось, блин, еще прилично. Ну что, попробуем, а? А сколько, откуда у меня столько энергии? 37, скажи-ка мне на милость. Где-то я успел накопить. Так, ну что? Опять у нас, да, с тобой Дикий Запад. И здесь я возьму, наверное, да вот это вот, вот этот перк. Опять эти ковбои. Ага. Ковбои, потом прыгуны. Тут и магнит бы не помешал, в принципе, да? Так, против прыгунов мы с тобой берем близнецов, вот этих вот. Так, кто тут у нас? Ковбои. Против них, конечно же, электрические пойдут. Заморозка, я думаю, не нужна. Вот, ребята, вот про это растение я говорил. Пауэрлили. Летающих здесь нет. Возьмем с тобой, наверное, лаву гуаву на всякий случай. Оке. Подсолнух и мины. Мины двух сортов. Все, ребят, поехали. Главное, что есть шипастая лужайка, и все, больше мне, в принципе, здесь ничего и не надо. Давай. А вот зачем мы здесь... А, орех я должен... Все, ребят, я орех должен прикрывать. Твою же налево. Ну, давай. Попробуем прикрыть его. Всякими минами, правдами и неправдами будем. Так, шипастая лужайка у нас есть. Это хорошо, если что, мы, ребят, будем отвлекать ей. Выставлять, она будет притягивать врагов к себе, да? Ну, подсолнух. Красавчик. Аки сюда поставим. Бумс. Взорвался чудик. Так, миночку сюда влепим. И близнецы. Так, подожди, у нас внизу, да, никого нету? Ладно, ставим сюда лаву гуаву. Опять же влепим близнецов. А сюда мину. Ой, как хорошо, смотри. Прекрасно. Так, наверное, вот сюда еще с тобой запиликай миночку. Давай лаву гуаву поставим, пускай он сгорит. Вот, и электрические пошли. Ну вот куда ты прешь, а вот куда ты прешь? Убираем, ребята, убираем этот орех, нам его нужно беречь. Вот я его на всякий случай лучше сделаю вот таким вот. Чтоб не слопали, не означает сразу же. Оке, бомби. Уходим. Так, что у нас тут с шипы? Давай их обратно. Нечего там шоркаться. Нормуль. Лаву-го, выручай. Так, чтобы нам... Нет, пока не стоит, да, наверное, тратиться. Ну-ка, Аки, бомби. Нормуль. Хорошо так звездануло. Ну, блин, я не успел, они съели. Шипы.
Так, здесь, надеюсь, взорвутся. Взорвутся. Прекрасно. Так, придется сюда тогда выставлять, да? Сюда и вот сюда. Потихоньку, потихоньку они уничтожают, конечно же, мои растения. Но мне главное, чтобы они не уничтожили мой вот этот вот орех. Остальное, в принципе, мне по барабану. Да сколько вас еще тут будет-то, а? Скажи-ка мне на милость. Это бесконечные. Дырич. Взорвались. Так, мина. Так, там один прошел все-таки, да? Смотри. Наверху. Это, по-моему, последний был, который смог пробежаться здесь. Больше такого мы не допустим с тобой. Так, шипы. Давай-ка обратно, ребята. Халява, как говорится, закончилась. Я сказал, закончилась халява. Так, давай, горохострел, добейте этого. Смотри-ка, не хочет погибать, а? Вот жук. Смотри. По нему стараюсь. Вот, наконец-то. Ну, я считаю, нормуль. Друзья мои, мы выиграли. 600 монет мы с вами получаем. Давай, наверное, еще с тобой сыграем, да? И, кстати, перк прокачался у нас в взрывчике до 2 уровня. Так, давай заберем награды. 5 гемов. Окей. Ну что, еще сыграем, наверное, да? В Penny Pursuit. Так, у нас 15 уровень открылся. Тут 800 монет, и на первой стадии уже 5 уровня будут зомби. Слушай, это серьезная заявочка. Ох, ё-моё. Еще и лужайка есть у нас? Нет, тогда возьмем вот этот вот. Ты посмотри-ка, а? У меня есть растения сразу, которые идут с ультой. Я, наверное, буду именно их брать. Возьмем грушу с тобой. Чертополох я, наверное, брать не буду. Так, мины. Мины нужны. Взрывная мята. Опачки. Тогда нам здесь понадобится вот это вот. Я не знаю, возьмем взрывную мяту, попробуем, ребята. Курицы, а это значит, нам нужны электрические, да, горохострелы. Так, с буйволами как будем справляться, а? Заморозкой, как вариант. Ну и, наверное, подсолнухи. Все, поехали, ребят. Поехали. Значит так. Подсолнухи где-то вот здесь, наверное, будут у нас, да? В первом рядку. Скорее всего, так это будет у нас выглядеть. Поехали. Рис у нас будет, наверное, где-то в конце. Так, сюда поставим кабачок с тобой. Пускай он стоит. Ать. Сразу даванул. Спасибо. Это очень кстати. Давай, правильно бомбить этого ковбоя. Зачем я капельку поставил? Зачем капельку поставил? Ой, чудик. Блин, неужели у меня рис такой слабый, что он вообще не может, ребята, уничтожать их? Ну, как-то серьезно слабенький он. Так что я могу вот сюда влепить. Рис? Ну, как вариант. Рис как вариант. Наверное, мы так с тобой и поступим. Пускай он бомбит. Да им все равно. Смотри, груша даже не может раздавить. С первой попытки вот этого охламона. Так, курица. Мои электрические бомбят. Все шикарно. А ну-ка, оттолкнем. Взрывчики. Прекрасно. Давай сюда, наверное, еще подсолнух поставим. И рис. Должно быть очень много риса.
заморозим. Так, давай, Эрис, бомби по полной программе. Оттолкнули. Так, это с тележкой на голове. Жесткий типок. Его нужно бомбануть. Так, энергии. Энергии хоть одним местом кушай. А если я еще заморожу? А? Все? Допрыгался. Поехали, бомбим. Сюда электрический. Что еще? Так, еще одно есть местечко, да? Еще один электрический поставим. А сюда мину. Заморозочку. Трэш какой-то тут. Тут уже вряд ли кто-то что-то сделает мне. Ну-ка. Все, по ходу дела. Ну что же, 800 монет, сам понимаешь, на дороге не валяются. О, сам босик созрел. Ну что, друзья мои, давайте попробуем его наказать. 500 монет, правда, разыгрывается, но фиг с ним. Что он здесь будет делать? Покажите-ка мне зомбоса. Ага. Так, что мне здесь взять? Вот это я, наверное, лучше все-таки возьму. Так, твою налево. Офисные, да? Короче, офисные хмыреныши будут. Возьмем крокодильчика. Возьмем мины. Взрывную. Так. А этот нужен? Я не знаю, ребят, нужен, не нужен. Пускай будет. И кого-то еще надо взять. Давай вот так вот. Еще попробуем. Поехали. Крокодильчики, да, значит, говоришь? Ну, во-первых, поставим с тобой вначале везде рис. Вот так вот. Сюда. Сюда. Мины. Миночки тоже нужны, сам понимаешь. Вот так. Сюда и сюда. Так, еще хватает. Оу. Слушай, ну мне тут хватает. Поехали. Зомбос появился, да? Ну что, давай потихоньку. Не спеша. Так, стоит, да? Жарим его сразу же. Не-не-не-не-не. Никакого пианино, пожалуйста. Давай как-нибудь без него. Сегодня без музычки. О, сколько тут. Ну-ка, зажарим его. Прекрасно, ребята. Прекрасно тут у нас все получается. Я даже уже не знаю, куда ставить, если честно. Ну-ка. А что, заморозка тут с тобой? Так куда ты? Вот куда ты там бегаешь? Юлишь? Юли тут у меня, понимаешь ли. А вот это вот не хочешь? Конечно, хочешь. По глазам вижу, что хочешь. Хочешь, но молчишь, да? Ай, красота. Обожаю, ребят, когда растения сразу же под удобрением. Давай, 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 влупляем. Мины. Так, последняя полоска здоровья у зомбоса идет. Это оттолкнем всех. Теперь сделаем вот так. И ты куда? Куда поставить этого крокодила? Некуда, некуда, ребят. Ага, ага, ага. Ишь ты. Деловой какой. Ребята, минута в запасе. Воу, солнышко все мое.
надо прожарку сделать. Че, еще здоровье есть у босса, посмотри. Да на тебе. Все, сфейлился, короче, босяра. Ну, а мы с тобой просто уже, ребята, по фанчику здесь играем. Нам уже с тобой спешить, грубо говоря, некуда и незачем. Опа. Сюда поставим. О, Гаргантюах начал там призывать. Призывай, призывай. Все равно это тебе не поможет. Монетка золотая. Ну тут, конечно, круто. Ты сам посмотри, что тут происходит. Трешак такой. Еще мину. Опа, опа. Прыганул, а? Ты прикинь. Он решил прыгануть, ребят. Замбос. У него почти получилось. Ну вот. Так, 2200 мы с тобой заработали. Так, что в пиньятах? Покажи. Так, деньги-то понятно. О, сумрачная катапульта. Спасибо большое. И 5 клевера. Ну, неплохо, ребята. Так, и заморозочка. Ice Bloom. Круто. Я даже могу еще, ребята, пропать одно растение. Слушай, смотри, уже 1700. А, 1700, да, 2200 получается. Замбус все не угомонится. Все, ему хочется подраться со мной, но я уже маленько устал. Так, где у меня, подожди секунду, я хотел пропать растение какое-нибудь. Давай-ка посмотрим, что у нас с тобой есть. 10 тысяч. И я хочу... Так, пенек мы прапали с тобой. 5000. Так, ты сколько тоже пятерочку просишь? А, картошку я не хочу. Нет смысла пока в ней. Чеснок тоже не будем в данный момент. А что тогда? А, вот тут больше ничего и нет у нас. А лунный цветок я прапал в свое время? А, вот. Эндурию оно можно, кстати, прапать. Я не особо, конечно, им любитель пользоваться. Ну, пускай будет. И тогда мы, наверное, еще прапаем с тобой галактический орех. Да? Поехали. Все-таки орехом этим бывает порой мы пользуемся. Так что лишним это не будет. Так, у нас даже еще остались финансы. Вы мне писали, не трать их на те растения, которыми ты не пользуешься. Ребят, ну, рано или поздно все равно кем-то приходится пользоваться. Все, пока мы на этом будем закругляться. Ладно, ребятушки, пойду-ка я сейчас в ПВЗ-герои поиграю. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.